Свой бассейн теперь есть у воспитанников Воркутинского детского сада номер 65 «Бусинка». Кроме этого, в дошкольном учреждении за лето капитально обновили столовую, прачечную, окна, двери, сделали косметический ремонт, привели в порядок фасад. Теперь сад, кстати, он остался один в поселке Северный, как новый. Александра Головина передает с места. Помещение нового физкультурно-развивающего центра разделено на три зоны. Раздевалка, зал с сухим бассейном, спортивно-игровым комплексом, тренажерами, зал с небольшим плавательным бассейном, зоной сухой разминки. По осени здесь провели капитальный ремонт, заменили полы, окна, двери, привели в порядок инженерные коммуникации. Ремонтные работы длились долго, можно сказать, да, весь летний период. Это масштабные работы, это и фасад детского сада, это коммуникация в подвале полностью, вся система была поменена. Вот. Это ремонтные работы внутри помещения, это и коридор, первый этаж, это и холл детского сада, это и групповые помещения, это замена линолеума, это замена всех дверей, центрального входа, запасных выходов. Это очень большие деньги были затрачены, да, больше 3 миллионов. Постройка, конечно, века, мы считаем, нашего северного поселка, это бассейн, установка бассейна, да. Мы вложили туда не только силы, но и душу. Поэтому, мне кажется, у нас это получилось, да. Для нас самое главное, чтобы дети наши были здоровыми и счастливыми. Яркий инвентарь, мягкие покрытия, лесенки, горки, фитболы – это такие гимнастические мячи, игровой лабиринт. Детям точно будет интересно. При этом все требования безопасности соблюдены. В условиях крайнего севера, где 6 месяцев в году низкие температуры, а значит дефицит двигательной активности, такие центры – просто необходимость. Это слова специалистов. Основные ставки, конечно, на плавание. Оно укрепляет костно-мышечную систему, суставы, разгружает позвоночник, нормализует дыхание. Очень комфортно все сделано, очень качественно, с душой, я бы сказал. Потому что, когда делаешь что-то для детей, без души делать этого нельзя. И дети сами показывают, насколько они впечатлены и насколько им комфортно. В этих условиях, в прекрасных, и бассейн, и сухой зал, игровая зона одновременно. Детям нравится, это очень важно и самое главное. Весь воспитательный процесс приходилось совмещать с ремонтом. Сейчас в поселке это единственный работающий сад. Из 240 мест заняты 234. К сожалению, экономические реалии таковы, что приходится закрывать учреждения. Как мне говорят, жалко. Но жизнь диктует свои условия. Поэтому мы вот сделали садик. Решили вопрос с бассейном, с оздоровлением. Как тут было сказано, оказывается, что без воды ни туда, ни сюда. В бассейне проводят занятия для детей среднего и старшего возраста. В планах на будущее ввести платные уроки для самых маленьких посетителей. Александра Головина, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, Юрган, поселок Северный, Воркута.